This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to clean your memories? Will I slowly lose my mind? Мои дорогие друзья, всем огромный большой привет! Эти красивейшие тюльпаны 14 февраля мне подарила моя любимая, моя самая родная, которая больше всех на свете любит меня, свою маму, моя Людмилка, моя доченька. За что ей огромное спасибо. Вот 2 часа ночи после работы. Знаете, так аж было смешно. Я такая сплю, открываю глаза, на мне лежат цветы. Не буду говорить как, да? Ну, вы понимаете. Я была очень тронута. Так, по поводу, спрашивали меня по поводу видео в ресторане. Видео с ресторана не будет. Я в ресторане, друзья, не была. По определенным причинам, с которыми я не буду с вами делиться. А в остальном все хорошо. Утром я выходила в окно, потому что занесло снегом. В остальном все хорошо. Потом я поехала на рынок, на маршрутке в сильный мороз. Потеряла 200 гривен. Ну, в остальном все хорошо. Затем приехала домой и не было света. А в остальном все хорошо. Потом снимала видео. Оно не сохранялось. Оно не писалось. Оно не хотелось выходить в эфир. А в остальном все хорошо. Настал вечер, и я легла спать. Налила себе 2 горячие бутылки воды, обложилась этими бутылками, положила Левушку на себя. И все же хорошо, и все же хорошо, я счастлива. У меня все хорошо. Я жду весну всем сердцем. И вот сейчас, вот здесь я настоящая. Ну вот такая я, настоящая, всегда. Друзья, спасибо всем тем, кто правильно меня понял, когда я в честь 14 февраля запустила любовную прозу. Это совершенно не касается меня. Сколько можно мне эту любовь уже? Хватит, на мой век ее вот так хватило. У меня все хорошо, все ж хорошо. Но надеюсь все равно. Никогда нельзя на себе ставить крест. Будет. Я дождусь своего принца, обязательно. Король есть, еще нужен принц. Ну, кто понял, тот понял. Друзья, вообще понимайте меня правильно. Любите друг друга. Любите эту жизнь, как люблю я. Если бы вы видели вчера, мне было не до съемок и не до контента, как я выходила в окно, когда замело дверь полностью снегом и не могла я войти. Я вылезла в окно, но тут меня еще ждало препятствие, калитка, в которую я тоже не могла выйти. Не могла. Но я шла, пирожок нашла. Так, смотрите, я вышла, вот там, видно, не видно? Вот там у меня забор, река, я вышла с Самарой. И я добилась своего, я все равно уехала. Прекрасно прогулялась, я так классно, знаете, так промерзла. Мост так классно у меня промерз. Я купила свои любимые тюльки, накупила разных вкусностей. Ну, что вкусно для меня. Что вкусно для меня, понимаете? Еще, подождите. Ой. Ну, это же прекрасно. А в остальном, друзья, все хорошо. Еще хочу сказать, я жду весну. Сегодня у нас 15 февраля. Сейчас раннее утро. Я записываю видео, чтобы снова покинуть этот
мой шикарный дом, в котором холодно. Сейчас. Ой, нагнулась. Ой, ой, старушенция нагнулась. Ой, ой. И там скрипит, и там гремит, но я не отчаиваюсь, потому что все хорошо, и я покину скоро вас, чтобы снова встретиться с вами. Настроение-то весеннее, несмотря на вот эти вот морозы, несмотря на вот это вот все депрессивное состояние. Я заметила, ну, что у меня в таком вот, вот такой игровой форме я переживаю какие-то свои жизненные моменты. Я, может, чему-то готовлюсь. И вы об этом узнаете обязательно. Обязательно вы об этом узнаете. Мне сегодня приснился страшный сон. Страшный сон. Кто-то стучал сильно в дверь, кто-то хлопал прям калиткой. Вот такой вот сон. Я бегала по всему дому, и я по дому встречала всех своих усопших родственников. Друзья, это был тихий ужас. Это был тихий ужас. Я прям не знаю, а в остальном-то все хорошо. Все хорошо. О, женщина, что в голове твоей? Наверное, борщ. Или заливная рыба, или суп гороховый, редиска, сельдерей, а может орхидея, а может орхидея, такая нежная, красивая, как и я, умная, привлекательная, шикарная, а в остальном-то? Все хорошо, все хорошо. И у вас все будет хорошо, а у вас и есть все хорошо, мои дорогие друзья. Надеюсь, сегодняшний понедельник я вам подняла чуть-чуть настроение. Ведь все хорошо, ну все же хорошо. Ну скажи, все хорошо, вот у тебя все хорошо. Кивни мне, кивни, моргни, напиши. Что-нибудь сделай, чтобы я знала, что у вас все хорошо. Никаких проблем. Никаких проблем. Какие платежки за газ, за электричество? Ну, какие? Муж не пришел домой. Прямо таки. Пускай дед гуляет. Ребенок двойку получил. Завтра получит 5. Ребенок не поступил там в институт. Ха! Поступит. Куда он денется? Поступит. В остальном-то все хорошо. Здоровье есть. Есть. Боже мой. Дай счастье. Дай счастье людям, Господи, дай нам всем покоя, Господи, дай счастье, и чтобы было все у всех хорошо. И я вот здесь, я настоящая, я с вами, ну такая я. Всех целую, всех обнимаю, мои друзья понимают, когда я так себя веду. Значит, что? Со мной что-то происходит.